Всем привет, вы на канале ЕФМН, подписывайтесь на наш канал. Мы будем рассказывать про такие мини-фигурки, продукты. И тут есть такие пюре, кофе и гусенка. У нас есть такие бысы. Настоящие продукты, да, есть? И вот такие мини-фигурки к ним. И вот они там ездят. Давайте открывать. Нам попался вот такой освежитель воздуха. Airwick. Тут вот написано содержимое, не опасно, как у настоящего. Давайте открывать. И там огонь написан. Огонь не опасен. Давайте открывать следующий. Что вам попалось? Осветите. О, еще один освежитель воздуха. Да. Ну, там тоже шоколадка есть. Еще одна шоколадка? Да. Следующий открываем. Еще одна шоколадка. Вот мы следующий пакетиком открыли. Попробую угадать. Не знаю. Наверное, сок. Сок? Да, сок. А, это мажитель. Ну-ка, давай посмотрим. Это мой любимый. Вот такой мажитель. Со вкусом клубники. Такая крышечка. Как настоящий, да. Тут давай у нас дальше. Целый магазин. Да, можно тут играть. Тут бутылка. Ой-ой-ой. Это пена для бритья. Нет, не угадал. Пена для бритья Gillette. Это до тебя. Лёва говорит, что это для меня. Да. Вот такой. Такая пена. Давай дальше. Да. Последний пакетик. Почему последний? Я же говорю, последний в еду. А, в этом ряду сюрприз. M&M's. M&M's. Ну-ка, давай посмотрим. Вот такой вот M&M's нам попался. Желтый с орехами, да, M&M's? Да. Эти качевы. Да-да-да. Это икра. Нам попалась икра лососевая, зернистая Путина. Это вот же такая баночка. Путин что ли придумал? Нет, просто в честь президента, наверное, назвали. Вот такая вот икра. Дайте дальше открывать. Пля-пля-пля, не-не-не, бутылка. Нам попался вот такой холодный чай Липтон. Со вкусом лимона. Ну что ж, давайте дальше открывать. Еще такой. А, дезодорант. Еще один дезодорант. Это целый магазин. Давай еще два последних. Два последних пакетика. Да-на-на-на. Что там получится? Это и это. Что получится? Там может и что-то другое еще попадется. Там какая-то коробка. Необычно. Нам попались мини-фигурки необычные. Холодный чай. Пена. Сок. Освежитель воздуха, да? Три одинаковых освежителя воздуха. Кофе. Банка кофе. Гусенка. Фисташки. M&M's. И это консерва. Это икра. Повернется. И шоколадки. Три шоколадки. И три шоколадки Милка. Завтра будут еще мини-фигурки необычные. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!